Хочешь билетик к видео, как этот чувак? Тогда с тебя подписка и лайк. Удачного просмотра! Итак, ребят, всем здорово, с вами Бестик, приветствую вас на своем канале. Сегодня я наконец-то решил проблему с лаунчером Redmir, а именно с графикой, ребят. И сегодня я вам расскажу, как ее как раз решить. Первое, переходим по ссылочке в описании, есть сайт с библиотекой Visual C++. Короче, ребят, если у вас 32-битная система, то качаем, нам нужно, короче, для начала скажу, то что 2005-2008 до, короче, 13-го. 13-й качайте, дальше не качайте, но у меня так помогло, типа. Далее, если у вас 32-битная система, это можно проверить, зайти в мой компьютер, далее свойства. И вот тут у нас, так, где? Вот, тип системы, 64 разряда у меня. Если у вас 32-битная, сейчас я вам покажу. 32, если у вас разряда, то качайте только 32. Если у вас 64, то по очереди 32-64, 32-64. Ну, надеюсь, вы понимаете. Качайте до 13-го, так. И потом, что нам нужно сделать? Ребят, действующий способ, так что... выполняйте. Далее нам нужно поставить графику в Redmir. Вот у меня среднее качество уже стоит, я вам показываю. Типа нажимаем играть, заходим на наш сервер, подключаюсь к 7-му. Так, ребят, вот по-быстрому открываем диспетчер задач. Это у нас Ctrl, Alt и Del зажимаем. Нажимаем диспетчер задач и процесс GTA San Andreas снять задачу. Все. Нажимаем нет. Еще раз. Подключаемся. И... у нас уже квадратики расположены в другой поочередности, типа, типа того. И, короче, ждем, пацаны. У меня вылетало, ну, примерно, вот на этом месте. Видите, у нас уже мышка появилась. Это уже хоть что-то значит. Так, ребят, сейчас подождите. Чтобы у меня раскладка была, то бывает капслок с нажатый, и хер ты пароль ведешь потом. Ждем. Все, пацаны, как видите, у нас запустилось с любовью из России. Вот можно понять то, что ENB Series for GTA San Andreas. Типа, нормально. Только у меня вот это вот почему-то снизу херня теперь появляется. Скорее всего, как раз у меня... ой. Извиняюсь, пацаны. Так, включу вот так вот. Скорее всего, у меня графика. А, вот широкоэкранный режим. И, короче, у нас проходит загрузка. Как видите, подключились к серверу. Так, ждем. Ожидаем. Ребят, также заходите на Redmir Roleplay, 7-й сервачок. При регистрации вводите ник Брайан, нижнее подчеркивание, Беннетти. Видите его на экране, вот он тоже тут есть. И на 4-м левеле вы получаете 70 тысяч. Так что довольно годно и довольно просто все сделать это. Так, подключаемся. Синхронизация аккаунта. Бах, ребят, видите, мы уже в квартире появились. Далее, прописываем exit. Ну, я уже вижу то, что графика на туре поменялась. Типа, когда у меня была обычная графика, это было просто жопа какая-то. Так, подъезд. Идем. Так, все, мы вышли. Сейчас, чтобы... так, все. Сейчас, чтобы вы удостоверились, ребят, вам нужно показать какую-нибудь машину. Чтобы графика на туре была. Вон машина. Ну, видно уже отсюда то, что у нас отражения имеются. Сейчас мы побыстрее к ней подбежим. Ну вот, видите, типа, да? Вот еще. Ну вот, смотрите. То есть отражения у нас имеются, ребят. И я надеюсь, помог вам в этом видео. Я буду очень благодарен вашей подписке, лайку. У меня проходят стримы и видео по всем серверам МТА. Имеется провинция, сейчас будет Смотра МТА, CCD Planet, Redmir КРМП. Так что, ребят, надеюсь на вашу подписочку. Поставьте, пожалуйста, лайк к этому видео. Подпишитесь на каналчик. Всем удачи, ребятки, и всем пока. С вами был Бестик.